Иди отсюда. Вот такой вот у меня улов. Друзья, все вы знаете, что я очень люблю стрелять дымным порохом, так называемым дымарем. И при всех его преимуществах и простоте использования, есть, конечно же, у него сильные недостатки. Это, например, при сгорании, в общем, остаются продукты сгорания этого пороха, которые очень сильно влияют на коррозию ствола. Стреляя дымным порохом с ружья ИЖ-27 74 года, и вообще ствол сильно загрязняется продуктами горения, плюс освинцовка, меднение. Чистка не помогает особо, и для себя открыл недавно такую вещь, как пена для чистки стволов от компании Neo Element. Смысл такой, что эта пена заполняется в стволы. После того, как попала пена в стволы, нужно подождать от 20 минут до 2 часов, написано там, ну, как минимум 20 минут надо подождать. После этого пена удаляется любыми способами. Можно шомполом, с тряпочкой, можно еще чем-то. При необходимости можно повторить. В общем, мне понравилось, можете попробовать, рекомендую. Иди отсюда! Друзья, всем привет! С вами канал Охота и Рыбалка по душе. Сегодня я снова на охотничьей тропе. Лопату взял, вот такую у меня лопатка. В прошлый раз с охоты на тетерева я там оставил немного алюминия. Может и много. В общем, в 4:35 я, по-моему, выехал. Сегодня с утра пытался охотиться на тетерева безрезультатно. Вообще даже нет, поднял двух, но далеко. И потом пытался сетить рябчика, но вот, видимо, вот из-за того, что погода резко изменилась. Утро было солнечно, а сейчас пасмурно. Вот, я переключился на металл. Нашел место, покопал металла, погрузил, стаскал. И вот сейчас пошел за алюминием, чтобы охотничий день свой максимально полезно провести. Вот сейчас его еще выкопаю, это примерно 3 километра отсюда. Вот пока иду, может, кого-нибудь встречу. Ну иди сюда. Иди, иди. Поровнее! Поровнее колеса! Не-не-не, наоборот! Ага! Стоп. И с разгону. Ладно, ладно, все, счастливо. Ну, спасибо большое. Ага, ага. Я уже давно на охоте. А. Иди давай. Видимо, копать сегодня мой удел. Так, где-то здесь у меня спрятан надежно в земле люмин. Вижу. Никто не нашел. Радует. Я тут заметил, что вот натолкано, видимо, было, потому что вот всякие железяки тут валяются. Тут какая-то гряда, видимо, поле распахивалось раньше. Ну все, натолкали что-то. Друзья, это потеря потерь. Потому что
Вот какой лишь кусок остался здесь лежать из-за корня. Ладно, приеду с металлоискателем. Здесь попробую прозвонить. Тут, блин, лоси, видимо, ходили опять. Все вот толчено, утоптано. Это что за наваждение? Стрельнул сейчас по петушку в угон. Попал. Пух вышибло, слышу. Не могу найти. Капец вообще. Так долго крался к нему. Блин, не знаю как. Короче, не нашел. Там весь расстроился. Я не знаю, как в землю провалился. Какую землю. Что поторопился. Все, это спешка, спешка. Четко главное, блин. Вот здесь они по всему полю бывают. Конечно, стрелять такое поинтереснее. Пространство открытого больше. Плохо, что ли? Что-то села, ладно. Пущай живет. Здесь дерево. Это не белый? Нет. Он березовик. Там как горят тополя красиво.
красив. Что я хочу сказать? Нет худа без добра. Накопал чермеду, стрельнул тетерева, не нашел. Но удача нас не оставила. Вот такой прекрасный ребец попался. Перелетел, их двое было. Прошел сюда, и так красиво он сидит на ветке. Жалко, камеры не было большой, конечно, снять его поближе. Всех с полем. Вот мы тут повоевали. Ну все, выехал, он стоит. Ну все, друзья. Добрались. Фух. Слава богу. Покажу вам. Вот такой вот у меня улов. Не нашел проволоки, зато накопал чермету. Как я его копал и таскал, это отдельная история. Возможно, вот вильм. Здесь у меня коробка грибов целая. В общем, все с пользой. Рябчик. В общем, как-то так. Терпение и труд, все перетрут. Вроде бы какие-то неудачи, но после них успех. Не нашел проволоки, нашел чермет. Не нашел петуха, добыл рябчика. Как говорится, все неудачи — это видоизменный успех. Просто не каждому он по душе. Вот, гильзы все собрал. В общем, всем пока. Ну а мне самое время вернуться домой. Нам самое время вернуться домой.